Дорогие друзья, ну что же, успейте купить великолепный компактный пылесос с фильтром «Легкая уборка» 17410, номер лота 3290 рублей цена. А, давай с тобой рассматривать, потому что, знаешь, это вообще пылесос похож на какую-то машину будущего. Это, значит, не космический корабль, это тот самый пылесос, если кто-то помнит старые такие Циклон, пылесосы. Циклон, помнишь, был такой огромный, тяжелый. ЗИЛ с металлическим корпусом. Вот, смотрите, вот эта вот штука, вот этот пылесос весит меньше 3 килограмм. Подожди, у тебя обвиться. Давай своим мизинцем попробуй. Я женщина, спортом не занимаюсь. 2755. О, посмотрите, какой легкий. Он правда... Действительно, он у меня помещается на мизинце. Я его, ну, я ощущаю какой-то вес, но это не критично. Не критично. Абсолютно. Ну и посмотрите, пожалуйста, он абсолютно легко и непринужденно может разбираться во всех плоскостях, потому что самый главный секрет этого пылесоса находится вот в этой прозрачной колбе. Больше никаких мешков для мусора. Вам не нужно их докупать. Пытаться найти какой-то специальный именно мешочек, который подойдет именно к вашему пылесосу. Вот за счет, кстати, вот этой конструкции. У нас с вами происходит достаточно серьезная сила всасывания, такая центробежная сила, которая всасывает любой мусор, любую грязь. Мы наблюдаем с вами весь этот мусор потом вот в этой прозрачной колбе. И когда нам нужно избавиться от мусора, мы не ждем еще неделю, пока наполнится мешок. Мы просто открываем вот эту крышечку, и весь мусор можно высыпать. В мусорный бак, в ведро, в унитаз. Я знаю, что вот здесь такие практикующие. И дальше все, закрываем крышечку, готовы дальнейшей работе. Мы можем помыть, опять же, Опять-таки, посмотрите, да, вот можно помыть вот эту колбу, плюс еще есть воздушный фильтр, который также можно промыть. И все это говорит нам о том, что мы с вами полностью можем избавиться от мусора, пыли и грязи в вашем доме. Так можно делать постоянно. Да, дорогие друзья, действительно, вещь нужная, вещь полезная, а самое главное, невероятно удобная. Нам теперь не нужны никакие дополнительные расходники, нам не нужны никакие дополнительные расходные материалы в виде пакетов. Да. Ты знаешь, вот у меня как-то был пылесос с пакетами. Я 3 раза ходила в магазин, постоянно покупала не те пакеты, потому что очень важно знать маркировку, какой пакет тебе подходит. Пакеты быстро заканчиваются. Пакеты стоят денег. На самом деле, набор пакетов в магазине стоит 1500 рублей. Ого. Здесь вы платите один раз 3290 рублей и навсегда. Забывайте о каких-либо расходниках. 17410, номер лота. Давай с тобой посмотрим все-таки в работе. Ты знаешь, вот ты рассказываешь, но мне все-таки, как женщине, хотелось бы протестировать и посмотреть, какие насадки у нас здесь находятся. Потому что очень часто бывает какие-то вещи, когда нужно пропылесосить где-то за шкафом, например, да? Все за креслом, получится. За плинтусом. Итак, смотрите, что у нас есть. Сам по себе пылесос, да. Тот самый шланг, который является рабочим элементом, плюс вот эта хромированная трубка, причем она у нас не просто трубочка, давай покажу, она у нас ко всему тому же еще и телескопическая. Конечно же, есть у нас классическая насадка для ваших ковров, ламинированных поверхностей и так далее и тому подобное. Это насадка номер раз. Есть у нас вторая насадка, это насадка, которая является щелевой насадкой, причем если вот есть тот самый труднодоступный участок вашего дома, вот, пожалуйста, этой узкой насадочкой мы можем туда подвесить. А если нужна еще и щетка, мы можем там и щеточкой еще немного почистить, потому что она вот так вот прекрасно открывается. Дорогие друзья, успейте купить. У нас была ограниченная партия, закупленная изначально на этот товар. Компактный пылесос с фильтром «Ловкая уборка». У нас осталось всего 65 пылесосов на всю Россию. Это практически ничего. Это невероятно удобно, компактно. Этот пылесос легко можно взять с собой на дачу. Он не займет много места, например, в вашем автомобиле. Для пожилых людей это прекрасный подарок. Сделайте подарок для своих родителей. Посмотрите, какой он у нас эргономичный. Посмотрите, у нас двигается буквально вот во все стороны. Удобно, компактно, практически невесомо. Самое главное, обладает потрясающей мощностью. Он очень, кстати, небольшой. Посмотрите, у него размеры, если сверху вниз посмотреть, 30 сантиметров. Он поместится под кроватью. 30 да. метров. И в ширину он на самом деле, ну так вот, плюс-минус, если вот, простите, вот такие. Ну, давай так, да. Вот таким вот образом. Ну, тоже вот так вот примерно, 33 да. сантиметра. 30 на 33. Он очень и очень компактный пылесос. Он поместится в вашем любом углу. Ну, и, кстати, вот если посмотреть подобные пылесосы где-то в интернете, в магазине, пылесосы стоят всегда, как полноценный электроприбор, достаточно дорого. Так это еще, я тебе хочу сказать, неплохо, 4490 рублей. Я видела в магазинах подобные пылесосы за 15-20 тысяч, посмотрите, 7620 рублей. Зачем переплачивать? Зачем платить деньги большие, когда вы смотрите наш телеканал, смотрите, делайте покупки, умные покупки на телеканале Дисконт ТВ. 3290 рублей. Компактно.
приятные, удобные, а самое главное, мощные. Ну что же, я предлагаю протестировать. Итак, 3, 2, 1, поехали. Вот ковер, вот пылесос. И я хочу, чтобы вы крупно увидели, как мы сейчас все это пропылесосим. Посмотрите, вот сколько рассыпали пшена. И легким движением специально показываем вам медленно. Мы с вами видим, как у нас с вами пылесос засасывает все мелкие частицы, которые располагаются у нас на ковре. А еще посмотрите, есть у нас на ламинированной, даже стеклянной нашей поверхности есть рассыпанная бумага, есть конфетти после дня рождения и Нового года. Поэтому внимание, внимание, вот что происходит дальше. Прошел день рождения, гости ушли, мусор остался. И посмотрите, он даже вот буквально сам на расстоянии всасывает различные мелкие частицы. Но самое главное, что если в ускоренном режиме, раз, два, три, и не то чтобы елочка горит. Ну, а мы с вами все пропылесосили. Абсолютно чисто, посмотрите. Абсолютно чисто, и мы видим, что весь мусор у нас собрался. Весь мусор у нас собрался в наш, посмотрите, фильтр. Вот он здесь где находится. Где же мусор? Давайте узнаем. Посмотрите, пожалуйста, вот мы отключаем с вами шланг. Быстро, легким движением отстегиваем резервуар для мусора. И вот, посмотрите, вот внутри здесь находится весь мусор. Мы можем его наблюдать. Вот он здесь находится. Даже сейчас приоткрою вам крышечку. Вот они все, частицы мусора, пыль, грязь. Мы с вами просто вытряхаем вот этот резервуар, вот эту колбу, промываем вот этот пластиковый резервуар. Все, нету пыли, нету грязи, нету клещей, комаров и всего того, что превратите уборку в дома в удовольствие, дорогие друзья. Вот с таким вот замечательным пылесосом вам будет доставлять невероятное удовольствие убираться в своей собственной квартире. Кстати, ваши дети могут тоже приучаться к уборке по дому с помощью этого пылесоса. Невероятно удобный, компактный. Успейте купить, у нас осталось всего 50. Дорогие друзья, давайте посмотрим, что же у нас входит в комплектацию. Пылесос, запасной HEPA-фильтр. Это тот самый воздушный фильтр, который позволяет за счет циклона все это дело собирать. Ну и, конечно же, есть шланг, есть специальная телескопическая трубка. И есть еще пара, три насадки есть у нас для того, чтобы вы наработали с различными поверхностями. Ну и, конечно же, система циклон, которая обеспечивает эффективную уборку без использования мешка и сбора пыли. Но съемный HEPA-фильтр, вы можете его снять, можете его прочистить. Я даже покажу, как он выглядит в состоянии, когда мы его с вами сняли. Вот он находится. Посмотрите, пожалуйста, здесь у меня в руках вот эта белая штука. Вы знаете, автомобилисты сейчас скажут, что о, это воздушный фильтр, мы его в машине видели. Но в данном случае, вы знаете, высокие технологии в ваших руках, в вашем пылесосе. Дорогие друзья, удобно, просто комфортно, невероятно легко. У нас есть такое дополнительное колесико. Посмотрите, как он у нас легко передвигается абсолютно во все стороны. Остается меньше минуты для того, чтобы сделать заказ. Успейте купить великолепный пылесос. Это российская компания Дельта, которая уже более 20 лет на мировом рынке. Прослужит вам долго, вера и правда. Посмотрите, компании Дельта мы доверяем. Никаких расходников. Это, вот, собственно говоря, тот самый мешок находится вот здесь. Вот сюда будет собираться мусор. 3290 рублей. Экономия 4700 рублей. 17410 это номер лота. Позвоните прямо сейчас. Закажите прямо сейчас, потому что вещь невероятно удобная, компактная, легкая, а самое главное, невероятно мощная. Превратите уборку в удовольствие. Каждый день к нам присоединяется 60 тысяч новых телезрителей. Станьте и вы членом нашей дружной команды.